когда мы технику чтения в школе сдавали в английской, я говорил I, my, his, и говорят не понял нихуя. НЗ. Если ты не знаешь, что такое НЗ, то тебе пора бы об этом узнать и пора бы это выучить. НЗ, скажу я тебе, облегчив и сняв нагрузку с твоих пальцев, которые уже побежали гуглить. НЗ — это неприкосновенный запас. Неприкосновенный от слова вообще, сука, несу сюда свои руки. Пальцы свои убрал — это неприкосновенный запас. На когда-нибудь, когда все будет совсем плохо, когда все будет совсем страшно, блять, тратить НЗ на всякую уету ни в коем случае. НЗ должно быть у всех и пожизненно важным вещам. Неприкосновенный запас твоих сбережений, которые на когда-нибудь вдруг, если вдруг тебе больше, я не знаю, 13 лет, как бы, мне все время пишут, что как бы вся моя аудитория это вот, ну вот, эти, знаешь, сперматозоиды практически маленькие. Если давайте, у тебя вдруг... Я не знаю, ну откуда, мало ли, блядь, ну... Я не знаю, ну бабушка тебе на день рождения подарила 1000 рублей. Спрячь ее в НЗ. Спрячь ее в НЗ и не трать. До тех пор, пока ты не поймешь, что эта 1000 просто пиздец, как тебе сильно нужно. Если тебе побольше 13 лет, ну вдруг, ну мало ли, я же не знаю, может быть, 15. Это уже взрослый совсем человек, у тебя уже голова должна быть на плечах. Мозг уже должен быть. Ты можешь 3000 где-то взять. Сэкономить 3000. Это касается денег. Это касается, блядь, гречки, в конце концов. Я не говорю, что гречка тебе нужна просто потому, что завтра зомби-апокалипсис и все. А вот проснешься ты утром, а жрать нечего. А в магазин идти не хочется. А на улице дождь. А на улице снег. А на улице завалил на дороге. А жрать-то, блядь, охота. Понимаешь? Пошел, сварил гречки. Все. НЗ. Это жизнь, понимаешь? НЗ это нужно. Обязательно, чтобы было всегда. Ну, пизда. Ебать, глупость. Какая же глупость? Что за глупость-то? Там вот оставалось просто милипиздрочка у него вместо ХП. Типа он проехал такой. О, мина. Тормозну подъездку назад. Я постою, пока там она взрывается, чтобы меня тоже ебануло. Олень, блядь! То! Сядь! Как это ремонт двигателя, в смысле? Да в смысле? Да в смысле? О, не, блядь, там есть КПшка, ебать его в рот. Да пиздец!